8 популярных блогеров разделятся на две команды и в течение одной недели будут выживать в диких условиях Северного Кавказа. Добро пожаловать на Кавказ! И это первый день, я боюсь представить, что будет дальше. Ползи! Мне было страшно, но потом нормально. Там поработать прям пришлось. Я приехала на этот проект познакомиться с интересными людьми и максимально зарядиться вдохновением. Хочу просто покайфовать. Неприятненько. И это было неожиданно. Мне кажется, что победит Аня. Да, это будет некрасиво, но мы 100% выиграем. И это выглядит так. Чух, вунь, чух, вунь, чух, вунь.